Мир всем. Приехал в лес. Дорого сейчас все. Ну вот. Вот так-то выглядит. Видишь как? Понятно, что это было давно. Сейчас все, но все равно интересно. Так, сидит человек. Вот дровишки у меня пока. Вот так живем в тайге. Сегодня приехал в ПГС, отдал 30 тысяч рублей из этого, из Сокола приехал, 100 километров. Удобно, да, от тебя волшебная ручка, да, интересно, так что вот так. Я доволен, друзья, в принципе. У богатых людей дача на Карибах, а у простых верующих дача в тайге, дача на Вологодчине, в лесах, чтобы можно было помолиться, остановиться, задуматься, покушать, поговорить с женой, попить чаю, поработать. Здорово, будем жить. Помогай, Господь. Ваш Ной. Ну, я не сильно, ну, я хоть напоминаю о Ное. Ной из Ковчега Спасения.